Около месяца назад сотрудница контроля за животными по имени Мишель позвонил обеспокоенный местный житель, который услышал плач котят в ливневой канализации. Девушка бросилась на поиски питомцев. Поскольку была ночь, это усложнило процесс, но уже спустя 2 часа она смогла найти котят и доставить их в безопасное место. Малыши были замерзшими и голодными. Мишель сразу же накормила их и попыталась согреть. Проведя возле них целую ночь, девушка увидела, что уже утром котята оживились и полностью пришли в себя после пережитого. Девушка выкармливала питомцев из бутылочки в течение нескольких дней, прежде чем они были переведены в приют, чтобы там им подыскали дом. 2 котейки, которых назвали Джорджи и Пенни, были очень привязаны друг к другу. Они все время обнимались и вместе звали на помощь, пока их не нашли. Мурлыки обладают отменным аппетитом с самого первого дня. Они очень дружелюбные, и следуют за людьми по всей комнате, когда те приходят их покормить и поиграть с ними. Они прижимаются к человеку и прыгают прямо в руки, чтобы кто-то их погладил. Котята-сестрички неразлучные никогда далеко друг от друга не отходят. Они игривые и озорные. Никто не знает, как именно малышки оказались в ливневой канализации, но они утешали и поддерживали друг друга до тех пор, пока не пришла помощь. В настоящее время котейки уже нашли свой постоянный дом и наслаждаются объятиями своих приемных родителей. Good job.